Привет, дорогие мамочки! Всем хорошего дня! Сегодня хочу показать мои последние покупки для ребенка на AliExpress. Старалась заказывать более-менее качественные вещи. Давайте начнем с мелочей. Заказала вот такие звездочки. Они светятся в темноте. Их должно быть тут около 100 штук. Конечно, видно тут небольшие неровности на некоторых звездочках. Их я еще не пробовала, но вот такой цвет, где самый хороший, хорошо светящийся в темноте, это как раз вот такого зеленого или такого белого цвета. Вот они всех лучше светятся. А вот которые продаются, всякие игрушки, приспособления, допустим, голубого или розового цвета, они уже не так ярко светятся. А самый светящийся как раз зелененькие или беленькие. Поэтому вот я взяла такие зелененькие. С ними в комплекте идут вот такие квадратики. Это для того, чтобы лепить звездочки. Думаю, ребенку очень понравится, когда на потолке или на стенах вот такие звездочки налепить. Думаю, будет очень красиво. Ну, попробую, по крайней мере. Так, следующее, что мне пришло, это вот такие патчи, наклейки на одежду. Если у ребенка потертость, дырка какая-то на одежке, то вот заказала для таких целей такие патчи веселенькие. Ну, это патчи скорее подойдут для девочки. У меня девочка. Цветочки, бабочки. Тут птичка. Хотела сказать, что это снегирь, хотя это, наверное, не до снегирь какой-то. А в подарок шел еще вот такой патчик. Единорог, наверное, из мультика какого-то. Я еще мультики детские не начала смотреть. У меня это все впереди. И вот такие пачки. Они мне обошлись, наверное, в 100 с чем-то рублей. Ну, довольно-таки неплохо. В комплекте шла инструкция, как это все лепить на одежду. Так что буду пробовать. Как раз некоторые потертости в зоне коленок и попы у нас имеются. Так, следующее, что заказала, это конструктор, совместимый с Лего. Это у нас не тролли, эльфы, наверное, какие-то. Должна быть вот такая лодка с эльфом. Не пробовала. Такие конструкторы, если мне попадаются на Алиэкспрессе со скидкой, с большой скидкой, то я их беру. Пока для моего ребенка это очень рано. Такие конструкторы идут, наверное, либо от 3 лет, либо даже от 5 лет. Нам пока нету даже 2 лет, так что мы играем немножко в другие игрушки. Но на будущее уже коробочка с подобными лего-игрушками или лего-дупло у меня уже копится. Так, заказала обувь для ребенка на лето. Кроссовочки вот такие. Ну, что сказать, мне не понравились. Цену я у них не помню, по-моему, 400 или 500 рублей. По скидке, по какой-то там. Они очень мягкие, приятные. Удивила, что не пахнут. Открыла посылку, а они не пахнут. Очень удивительно для обуви. Но не пахнут, но, как обычно, новой обувью. А такого химического какого-то запаха непереносимого у них не было. Довольно-таки милые кроссовочки. Шли в размер. То есть я заказывала 26 размер. 26 размер и пришли. Аккуратненькие. Есть, конечно, следы клея, но их достаточно немного. Но в целом, думаю, вид не портит. Тем более за подобную цену. Материалы, думаю, все-таки не очень качественные. Но хотя сейчас из подобных материалов делается большинство обуви бюджетной. Так что на сезон для ребенка, думаю, самое то. Мяконькие. Отлично. Так, теперь давайте приступим к одежде. Так как у нас наступает уже скоро лето, хотя
Весна не отступает. Еще даже недавно и зима не отступала. Снег выпал. Заказала осеннюю курточку. Осенне-весеннюю. Хоть она тут и с мехом. Может быть, кто-то будет использовать ее и для ранней зимы. Но я для ребенка, конечно, это взяла на весну-осень. Я сама мерзлик. И доченьку свою я одеваю. Размер XL. Не помню, что это значит у продавца. Наверное, на 4 года, либо на 3 года заказывала. Как я уже говорила, ребенку у меня еще нету 2 лет. Вот и 10 месяцев. Рост у нас 85, вес у нас 12,5. Курточка ребенку подошла. Конечно, она немножко великовата, но рукава закатывать не приходится. Но они как бы вот так сами немножко закатываются, когда ребенок носит эту курточку. Но в основном вот так выворачивать что-то, вот закатывать специально, я такого не делаю. И по длине попу прикрывает. Видно, что курточка великовата. На осень точно хватит. Может быть, на следующую весну еще хватит. А нет, наверное, должно все-таки хватить на следующую весну. Но вот деткам крупным... Рост 100 сантиметров. Не знаю, подойдет или нет, не знаю. Сама курточка очень здоровская. Раскраска девчачья. Были другие раскраски. Я выбрала такую девчачья. Качественно сшита. Вот не нашла я у этой курточки изъяна. Очень удобно, что когда молнию вверх застегиваешь, и чтобы ребенку она не терла нигде, есть вот такая специальная штучка, которая предотвращает контакт ребенка с молнией. Люблю такие вещи. Вот рукава и само тело курточки немножко из другого материала сделаны. И утеплитель там другой. На рукавах нет меха. Рыбьего меха. Капюшончик у нас вот с такими рюшами. Очень весело. Очень интересно. Доченька у меня ходит самая модная. Кармашки для игрушек, для камушков, для песочка, кто как любит. В целом курточка мне очень даже понравилась. Вот нет никаких нареканий по этой курточке. Так, на лето я еще взяла летнюю курточку. Тут уже ростовка 100 сантиметров идет. Это у этого же продавца. Не фокусируется, ну да ладно, поверьте, что там 100 стоит. Курточка ветровка летняя. Очень модная ткань, вот заметьте, она такая же ткань, как и на предыдущей курточке. Такой же принт, такие же зверюшки. Вот все такое же. Только она не розовая, а белая. Капюшончик. Застегивается тоже на молнию, есть отвращатель контакта ребенка с молнией. Все работает. Кнопочки внизу, в серединке и у горлышка. Рукава. Эту курточку все-таки, когда на ребенка мерила, ее немножко приходится рукава подкатывать. Но ничего страшного. И по длине она не такая длинная. Попку прикроет, все прикроет. Есть вот такая кулиска. Можно затянуть. Но вот никаких ограничителей нету. Но можно завязать бантик. Полубантик. Капюшончик. От ветра эта курточка точно спасет ребенка. А если еще такая красивая, то я вдвойне рада. Так. И заказала ребенку костюм. Штанишки. Штанишки. И толстовка на молнии. Ткань приятная, не тонкая. Посмотрите, не начёс там, а просто плотная ткань. Не пахнет, качественно сшита. Штанишки, конечно, без карманов. Размер здесь 3Т стоит. Нам сейчас 2Т. Нам подходит. Может, чуть великовато. Нам подходит.
Всегда у китайцев я беру вещи больше, потому что кто их знает. На вырост лучше брать, чем если бы вообще не подошло. И вот такая толстовка на молнии с капюшончиком. Капюшончик очень модный. В полосочку. Здесь тоже 3Т. Это как наборами идет. Толстовка со штанишками. И вот тут на груди сердечко. Померила эту кофту у моей дочки, и она так понравилась, снимать она ее не захотела. В ней проходила целый вечер. Так, ну, пожалуй, на сегодня все мои покупки для ребенка закончились. Ссылочки, если они еще не сгорели, я оставлю под этим видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Делитесь своими удачными покупками для ребенка. Всем спасибо за просмотр. Удачного дня. Всем до свидания.